Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 225 4G сбросить настройки до заводских. С помощью настроек заходим в настройки, система, сведения, нажимаем восстановление заводских параметров и подтверждаем. Важно, все удалится, ваш телефон будет как новый. Нажимаем ОК и ждем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!